Привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турбо. Сегодня мы будем играть в Chivalry Medieval Warfare. Средневековый такой, блять, такое мясо средневековое, короче. Вот режим все против всех, все хуярят всех, короче. А я хуярю вот эту суку. Чувак, тише будь. Я тебе оторвал голову. Привет, мужик. Блять, это было неприятно. Максимилиан замочил меня. Возврат в игру через 4 секунды. Это реально мясо, здесь все просто убивают всех. Как сказать, нет ни своих, ни чужих. Ох, блять. Неприятно, мне вспороло брюхо. Но ему это сделало еще более неприятно. О, привет, чувак. Так, что у меня еще есть? У меня есть еще такой... Тихо. Лучше, сука. Отлично. Еще у меня есть... Это, кажется, метательный топорик. Попробуем. Иди сюда. О, нахуй. Да, $1 меня убил. Неприятности, небольшие неприятности, друзья. Фу, ну я в эту игрушку тоже давно не играл. Тут, блин, какая-то обнова новая. Вообще ее не видел, честно говоря. О, какой мужик. Тихо, блядь. Сука, говна. И со мной прилег поспать еще один кусочек говнеца. Так вот, о чем я? Я в эту игру играл давно еще, до нового обновления, тут все вообще поменяли немножко. Ну, даже немножко. Да хуй. Да сука, блядь, дай договорить мне! Ладно. Давай же! Ух, нихуя, блядь, пацан. Еще один. Ой, опасно. Блять. Что за хуйня происходит? 3-6 счет. Мне это не очень нравится. Сейчас еще разочек на этом классе поиграем, а потом выберем... Блять, другой. Сука, класс. Я тебе оторвал ногу, чувак. Блять, что за хуйня? Мне оторвало руку, потому что я потерял оружие. Ранг еще дается. Опыт. Вообще все поменяли. Да, ну я на последнем месте, потому что я в самый разгар битвы, так сказать, пришел. Ничего не успел толком сделать. Так, можно сказать, заново я знакомлюсь с этой игрушкой. Но игра очень веселая, на самом деле. Я вам советую ее прикупить, если вы еще этого не сделали. С друзьями здесь... Вообще, наверное, по угарщику самое то будет. Так, давайте возьмем какого-нибудь другого пацанчика. Пехотинец. Короткий... Блин. Ладно. Нихуя себе новогодний пацан. Ладно, погнали. Здесь уже команда на команду. Окей. Так, а мы какого цвета? Мы красненькие. Хорошо, я все понял. Главное, своему. Какой это опасно. Блять. Что-то невероятное происходит просто. Так, как классно. Я хочу какой-нибудь щиток взять. Можно какие-нибудь? Да блин. Да как выбирать-то, сука? А вот есть щит. Щит, а сюда давайте... Ну, понятно. Небольшой выбор. Все, давай. Щит, ага. Как щит убрать? Ч, дурак, что ли, блядь? Долбоёб. Своих хуярит. Что, сука? Охуел, что ли? Так. Надо взять себя в руки и навалять. Всем сидеть. Это свой. Они с этими шапочками. Все на одно все колесо.
Ты сдохнешь, блядь, сука! Ой, блядь, своему по много трава. Спросил. Блядь, я своему союзнику отрезал ногу. А меня свой союзник тоже отхуярил. Блядь, видишь. Не, ладно, плохой класс. Вот есть какой-то большой такой пацан с большим мечом. Вот топор свой. Давайте, вот это меч. Чё свои-то друг друга-то херачат, придурки? Смотрим. За всем, что здесь происходит. Так, это удар сверху. Это такой колющий удар. На тебе, блядь. И тебе. Блядь, тоже ёбаный хуй! Я ни одного, блядь, еще не захуярил. У меня еще минус 15 очков. Какой-то пиздец. Так, смотрите, мы подняли меч. А, и готовимся просто. Мол, блядь, к атаке царей, я не знаю. Надо спасать этого пацана. На тебе, сука. На тебе два раза даблкил от турбо, ёбаный хуй. Да, это было жестко. Мы потихонечку поднимаемся вверх. В табличке в этой. Так, ладно, все хорош. Хорош строить из себя недотрогу. Пора строить из себя, блядь, короля Артура. Я не знаю, дрался он или нет. Воевал или сидел на своем троне. Но я, блядь, сука, Эскалибур. Блядь, я с деревом решил подраться. Нихуя себе, я не успел, ничего даже здесь. Ничего. Все бывает. Да сука, мне хуй отрезали, блять. Голову точнее. Ну я тоже кому-то что-то отрезал. И чё я так долго возрождаю? Угу, отлично. Да, мне этот меч нравится побольше. Мы вроде бы выигрываем даже. Вроде бы даже выигрываем. Могу ошибаться. Во-во-во, два. О, чувак какой бежит. Нихуя мне прилетело. И голова моя улетела. Так лучше, конечно, не делать. Лучше вести себя попроще. А да, мы выиграли, отлично. Или нет? Мы красненькие. Не, мы всрали, короче. Пиздец полный, да? Трэшак. Трэшак от сержанта Турбо. Пока что мне особо не получается клиниться, так сказать. Во все, что здесь происходит. Уберите эту хуйню. Во все, что здесь происходит. И мои неудачи меня не покидают. Фух, что нас ждет в этот раз? Кстати же, есть еще какие-то кнопки, они что-то делают. Рыцари, идем за синеньких. Давайте возьмем этого пацана с топором. Кью, это... В это что? А вот F это херач ногой. Какой медленный пацан. Так. О, можно вообще на кулачках. Так, в чем состоит наша задача? Защитить деревню... Фу, блядь, деревню, убито 0,40 крестьян. Крестьян? Крестьян хуярит? А, нет, надо наоборот спасать. От страшных. Понятно, я понял. Охуя, блядь, даблкил. Своего, блядь, и чужого.
Отлично. Сдох, что ли? Эй, сука! Ух ты, я жив! Я думал, меня откирачили. Ай, блядь! Горю, 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 горю! А, да! Сволочь же меня захерачил! Все в порядке. Так, ну сейчас уже получше вроде начали. 3-1. Счет. Возврат в игру через 8 секунд, да, потому что я своего там случайно своему, блядь, оторвал голову. И одновременно с этим же оторвал голову и нашему врагу. Так вот, мы появились. Можно опять этим карающим топором идти карать этих тварей. Которые напали на нашу деревню. Ну, блядь, деревню опять. Чё у меня за дислексия? Да, блядь, ну тебе рожа. Да дай пройти, сука. Я тебя защищать бегу, а ты мне не даешь. Нихуя ты дерзкий. Блять, я боюсь своему голову отрезать опять. Вот это жестко я здесь сделал. Нужно своих отхуярить. Да, я понял. Получил и молчил. Ого, на улице что-то взорвалось. Так, я опять, кажется, своего немножко задел, поэтому так долго возрождаюсь. Так, нисколько немедля. Бежим в бой. Так, опять тут мужик какой-то бегает. Бешеный. И бешеный турбо тоже бегает. Так, смотрите, вот этот пацан дерется. Не подозревай, кто сзади. Я, блядь. Хорошо, ему там голову оторвало. У нас что-то тут... Эй, мужик. На тебе, сука, блядь. Охуевшая скотина. Осталась половина крестьян. Так, ребят, живите. А сколько нам так продержаться-то надо? Бля, я сгорел. Своим же, конечно! Кому же еще меня убивать, кроме как не своим? Придурки. Не могу. Так прикольно, когда... Ой, вон на голову прям. Когда появляешься, так немножко текстурки не прогружены и все такое мыльное. Так, сколько? У нас еще 21-40 убито. Это херово, что их осталось уже меньше половины. Кемпер. Ладно, не смешно, я знаю. Смотрите, вот там куча мяса бежит. Тихо, 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 свои! Да, неприятное чувство, когда отлетает голова. Немножко так неприятно. Может, кого-нибудь другого взять? Да не, нормально, играем. За это уже жесткого чела. Этого карающего чувака с топором. С большим таким топорянделем. Что, блядь, свои друг друга ебашат? Долбоебов пусти. Дай пройти. Блять, сука. Там своих тоже, свои друг друга херачат в их команде. Не я, не наши такие одни. Сдохни ты уже, блядь. Ай-яй, вот... Было больно! Это было достаточно неприятно. Но сейчас будет приятно. Вообще не бегаешь, что ли? Устал, малыш?
Так, у нас осталось 7 крестьян всего, сука. Нет, не смей, не смей! Пидорас! Отлично, сдох. Ой, блин, надо зайти. О, гнида, блядь. Сюда, сука. Пидораса кусок. Да лет, да не пох. Лай! Тихо, тварь. Ему на один удар. Он мне тоже. Кто следующий? У меня здоровье вообще на минимуме, на жестком. Нихуя себе, там народу. Тихо, тихо! Сука, блядь, дебил тупой, блядь! Кусок долбоеба, блядь! Пошел нахуй отсюда, сука! Блядь, сука, блядь, долбоеб, сука, пиздец, ДЦПшник, какого хуя, блядь, свои же меня хуярят, блядь! Долбоеба, кусок, блядь! Суки, блядь! Живи, блядь! Кусок говна! Я понимаю, я там, блядь, в порыве битвы своих хуярю, но я же это... Нихуя не специально делаю. Ой, тут... Хорошо, мы его... Установите таран. Творится! Фу, я кого-то даже захерачил. Фу. Я передвинулся к месту следующего появления в игре. Так, в замке, да? Теперь надо замок оборонять. Остановить таран. А где он? Ладно, разберемся. На, я понял. Бегу. Вот ублюдки. Ладно. Я себе прилетела. Отвори, блядь, отойди. Да, захуярили меня. Конкретно. О, и ничего. Хорошего это нам не принесло. 7 секунд. Давайте выберем другой классецкий. Широкий меч. Ой, давайте вот с какой-то палкой побегаем. Ну да, здесь такой мечик. Да, и щиток. Я чувствую, блядь, я этот. Донателло, ёпта. Нормально все. Супер черепашки! Без головы! Ниндзя. Так, не, ладно, я больше люблю все-таки мечи. Давайте, да, большой меч. Да, боевой топор. И... Да, нормально, метательные топорчики. Так сказать, большой топорчик, маленький топорчик, большой гигантский меч. Прям как мой елдак. Снова мы готовы к какой-то атаке такой прям охуенный. Блять, не попал. Тихо! Да что у меня, блядь, башка постоянно отлетает? Сука. Говно. Тупое. Надо взять себя в руки и выйти уже вперед, наконец-то. Все нормально. Так. Там таранят так тоже. Так тоже таранит. Блять, высоко пожалуй.
Блять, да какого хуя? Почему он даблкил, блять, сделал, а я ноль килл, сука. 11-11 счет. Это вообще не по-пацански. Вообще нихера не по-пацански. Ну сейчас, сейчас, пидорасы, блять, получите мне. Я, сука, злой! Я, а в гневе я, блядь, страшен. Все, блядь. Налетай, сука! Пидораса, песок. И ты, блядь, тоже, сука. Все, блядь. Понятно, я все понял. Блядь. Кусок дерьма! Да, вот что значит, когда день не задался. И, блядь, психуешь из-за какой-то ссаной игры. Ну ничего. Так получается, когда сдох атмосферней. Намного. Тарана еще можно как-то отнести отсюда, не знаю. Отвести куда-нибудь подальше. Ух, нихуя. Бедный пацан. Неприятно умер. Вот какая-то гнида бежит. Хорошо от него вернулись. Блять! Какой-то кемпер захуярил. Вы, блять, со своего гребаного лука. Да, я сейчас, возможно, очень мало говорю. Потому что реально тут адреналин немножко. Немножко. Блять, зашкаливает! Сука. Так, давайте выберем. А давайте попробуем за вот этого пацана сыграть. Так, вот, длинный лук. Такой вот мечик. Стрелы. Давайте широким возьмем. Я не знаю, не особо разбираюсь в этом. Так. Это что? Драться именно тут только вот так, да, только? Понятно, драться никак не я. Ну, вдруг можно было бы немножко подраться. Так. Хорошо. Кто не попадает? Нихуя! Отвали, блядь! Хуйня, хуйня, блядь, полная пиздец, хуйня. Все, берем нашего большого пацана с большим топориком. Топором, точнее, я бы сказал, топорищем, блядь. И идем карать. Потому что лук, да, лук это не мое. Я косорукая. Косорукий, так сказать, по жизни, поэтому с луком мне делать просто нечего. Бля, вот этот надо прыгнуть какой-нибудь. Блять, ты чё долбоёба, кусок, сука. Так, минус один. Минус два. Минус три. Блять, минус я. Вот хорошо сейчас было сделано. Мне понравилось. Так, чё у нас теперь задание? Защитить короля. Потому что оборону прорвали нашу. Теперь надо 10 минут защищать короля. Я так понял, этот выпуск, эта серия получится достаточно длинной. Но зато очень кровавый. Где? Откуда они пойдут? Я готов. Ах, вон, суки, бегут. Порядочная такая рубилова. Привет, мужик, привет. Я жив. А ты? Блять, нет, я не жив, а ты жив. Ладно, хорошо, понял. Так, здесь, так как здесь пространство у нас немножко маленькое, надо взять маленький меч. И круглый щит. Все. Чтобы так быстренько так. Оп-оп-оп-оп. Вот так вот. Оп. Быстренько всех херачить. Потому что места размахнуться здесь особо нет.
Вот так вот размахивать маленьким мечиком. Можно. Все, мы выиграли. Мы победили, друзья. Не без усилия. Подождите, или мы проиграли? Это хуй знает. Наверное, все-таки проиграли. Или победили. Ну, в принципе, не важно. Я не для победы, так сказать. Для меня главное не победа, а главное участие. Ладно, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Турбо. Еще увидимся.